И всем привет, с вами Платон, и сегодня у нас будет 15-я часть легендарной рубрики «Прыжки без парашюта». Уже 3 недели не было видео, вот столько недель не было видео, и поэтому я решил воссоздать легендарную рубрику. У меня просто не было, ровно 0 идей у меня было, того, чтобы поснимать. И я даже ленился, можно сказать, снять видео, но идей у меня все же не было, и поэтому я снимаю легендарную рубрику. Вон мой друг сидит в Nintendo играет. Да, да. А еще сегодня мой день рождения, и вот так вот мы в компании втроем решили что-то снять. Просто какую-то рандомную фигню. Кстати, вот нажми на эту штуку, и сейчас увидишь, что произойдет. Именно на смайлик большой. Нет, прям ударь его, можно сказать. Бау! Да, вот так вот. Вот такая вот нервная штука. Дань, вот, поснимаю еще квартиру. А что я залезаю? Ваню тоже сними. А что ты тут у нас играешь? Фифу. А что? Ничего. А не шо? Что, доказательства ищешь, да? Так, ну вот, как вы видите, тут какие-то смайлики везде, непонятные какие-то. Вон там еще подушки есть. Как-то ты это все неожиданно делаешь. Я специально так неожиданно делаю. Так, сейчас я буду падать с вот этой вот улыбающейся штукой. Если у меня вообще получится с ней залезть. Давайте сразу задом прыгнем. Не надо задом. А чё? Так, теперь эту штуку кидаем в Ваню. И что еще можно сделать? В общем, у нас началась веселая драка номер 2. Так, теперь Вань. Теперь Ваня должен во время прыжка меня кинуть. Скрытая реклама Филла. Филла, обернись. Точно. Подожди. У меня фамилия Филла, блин. Фила. И мячик еще давай. Мячик вот сразу. Вот смотрите, сейчас будет мясо, вообще мясное мясо. Шикарно удалось. Так, теперь только мячиком. Только Ваня, попади, пожалуйста. Не хочу. Так, Ань. Давай. Так, все, сейчас веселая драка начнется. Не эти мячики. Каким, Тоттенхэмом или Ростовом? Твоим новым. Новым. Ань. А лучше Баварии. Бавария вон за тебя. Нет. Чтоб больнее было, давай. Паненко еще. Как Паненко. Как Смолов. Раз, два, три. Какой-то тупой у вас оператор. Чего? Какой-то тупой у вас оператор. А что? А ну стой! Нормально все с оператором, по-моему. Сейчас. Да, я ловлю. Блин. Тут ничей сзади мешали. Это у меня 18 ничей. Не удивляйтесь, я обожаю футбол. Ну, биографию все же ты любишь больше. Биографию. Биографию. Да, я не хочу хранить. Я, конечно, не хочу сейчас хвастаться, но я знаю около 200 стран и их столицы, еще их владею. Что, сегодня на батутах будем прыгать? Конечно. Сальто будешь делать? В кубике буду делать. А я буду матрасик. Бум. Стой. Все круто. В общем. Чуть-чуть. Сделай так. Когда я буду прыгать. Ой, блин. Ты мне что-то зуб не отбил.
когда я буду прыгать. Или Дань. Молодой! Сейчас, не увернулся. А вот теперь такое вот недозадание. Может, все уже? 5 минут снимаем. Не, это мало. Да, потому что я слышала 3 недели, и это очень мало. И сегодня, по всей видимости, будет не только прыжки без парашюта. Вот так. Так что, давайте, последний прыжок. Я буду прыгать задом наперед. А еще я должен увернуться от какой-то фигни, летящей в меня. И этой фигней станет Ваня. Этой фигней стану я. Нет, этой фигней станет вот эта подушечка. Прям ржущей мордой. Раз, два, три. Ой, я отбился. Ваня, когда кинул в меня подушку, мне телефон прям из зуба улетел. Понятно. Короче, давайте дальше. Ну, теперь уже не прыжки без парашюта. А теперь какую-то фигню еще другую мы устроим. Без парашюта. Давайте уже все, я устала ходить. Давайте ты что-нибудь делишь. Не-не-не, мне не показывай. Не, ну ладно. Тогда надо снимай. Хорошо. Ты зеваешься? Да. Ну, на, я буду снимать. Кто у нас тут живет? Там Ктулху живет. Ктулх? Ктулху. Стой. Сейчас. Так. Сейчас я открою. На. Он там живет мистер Плюх. Че он такой огромный? Это нормально. Иди сюда. Это нормальный рост для... Так, надо бы клетку закрыть. Я могу прыгнуть? Ну, можно. Угу. Я все заканчиваю, окей? Да, ладно. Ну, а там мы заканчиваем. Всем удачи и всем не пока, потому что через 5 минут выйдет новое видео.